В дежурную часть Владивостока с заявлением о грабеже обратился 47-летний местный житель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и опросили потерпевшего. Следственным подразделением отдела полиции номер 5 Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Мужчина рассказал, что на протяжении 7 лет откладывал денежные средства в валюте для приобретения недвижимости. Решив обменять свои накопления на рубли, он стал искать выгодное предложение. В социальных сетях заявитель познакомился с молодым человеком, который представился Александром. Обсудив выгодные условия обмена, мужчины договорились о встрече в вечернее время на улице Русской. Во время обмена, проходившего в автомобиле, злоумышленник достал газовый баллончик и распылил в лицо потерпевшему, а затем вместе с сообщником, наблюдавшим за происходящим, избил мужчину, похитив у него 11 тысяч долларов, после чего нападавшие скрылись. В ходе проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержан 18-летний житель города Владивостока. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном. Поиски соучастника продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту грозит лишение свободы до 7 лет. Он заключен под стражу. Олег Завьялов, новости на Восьмом.